Вас приветствует служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. В Гомеле появилась музейная комната «Белорусская хата». Она разместилась в общежитии Гомельского медицинского колледжа. С экспозицией «Белорусской хаты» ознакомилась Алина Черняк. Музейная комната «Белорусская хата» наполнена яркими экспонатами. Это рушники, салфетки, занавески, глиняная посуда и многое другое. Посетители приходят сюда толпами, особенно девушки, ведь экскурсии проводит молодой и веселый будущий фельдшер Стас. Он считает, что создание музейной комнаты – это отличный повод пообщаться с бабушками и дедушками, которых мы порой навещаем не так часто, как хотелось бы. Теперь Стас часто ездит по деревням и селам. Привозит он оттуда тяжеленные сумки, но не домашних солений и варений, а старинных раритетов. Собрать их молодому энтузиасту удалось уже немало. Молодой человек мечтает о большой семье и хочет поселиться в белорусской хате, чтобы продолжать традиции предков и прививать их собственным детям. Алина Черняк, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». В Гомельском районе появился первый в стране инновационно-образовательный центр безопасности. Он работает на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС. С подробностями Виктор Дашкевич. Куда звонить очевидцам ДТП? Что делать, если в квартире начался пожар? И как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему? Сейчас на эти и многие другие вопросы с легкостью могут ответить ребята, которые посетили центр безопасности. Целый автобус мальчишек и девчонок прибыл в лесную чащу не за ягодами и грибами. Привел их сюда слух о возможности научиться вести себя в различных экстремальных ситуациях. А вот и он, заветный порог, приступив к которой, ребята оказались в коридоре опасности. Вместе с сотрудниками МЧС дети вспоминают, как вести себя среди зыбучих песков. Далее ребята оказываются в комнате, имитирующей пожар в доме. На одной из интерактивных площадок детям предлагают посмотреть видеоролик и самостоятельно вызвать службу спасения. Но самое яркое впечатление оставляет отработка правил эвакуации из квартиры. Внезапно несколько ее комнат наполняется дымом. Выключается свет, звучит сирена и мелькают красные огни. В этой обстановке ребятам нужно не паниковать и найти дверь. По-моему, у них отлично получилось справиться с этой задачей. Виктор Дашкевич, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. В студии для вас работали я, Наталья Игнатенко, и корреспонденты конкурса «Юная телезвезда». До свидания.